результаты проверки это оформляется актом, в котором содержатся следующие выводы. Объект проверки готов. Объект проверки готов к отопительному периоду при условии устранения замечаний или объект проверки не готов. Об этапах подготовки жилых домов к зиме рассказали жителям Солнечногорья в рамках семинара про ЖКХ. Обучение председателя МКД округа провел заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Разъясняется, что должен знать каждый собственник как для того, чтобы подготовить жилой фонд, подготовить инфраструктуру коммунальную и пройти нормально отопительный сезон. Видим, что зал достаточно наполнен, значит, интерес у собственников, у жителей это вызывает серьезный. Семинар про ЖКХ проходит второй год подряд по инициативе Ассоциации председателей советов МКД и Министерства ЖКХ Московской области. Цель – повышения уровня правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Помогаем им разобраться с проведением собраний в многоквартирных домах, помогаем им разобраться с тарифами, с ценообразованием, с капитальным ремонтом, с эксплуатацией многоквартирных домов. И в этом году мы изменили формат наших лекций, ввели такую важную необходимую тему, как обращение с твердыми коммунальными отходами. На мероприятии присутствующие обсудили комплекс подготовительных мероприятий к отопительному периоду, сроки получения паспортов готовности многоквартирных домов и правила их оформления. Юлия Унрау, Екатерина Косевич, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время. Смотри нас в телефоне. Мобильное приложение «Солнечногорское телевидение» доступно в App Store и Google Play. Скачай и смотри.